Прямой эфир пошел. Так, Адамдар, ну это походу автобус за нами, за несогласными с решением суда и вообще несогласными. То, что матерей судят, Ануара судят, а вот ребятки. Соборовцы, да? Нацгвардия, в общем, представляете, до какой степени надо бояться свой народ, чтобы вот просто, я не знаю, несчастным 50 человек пригнать сюда такую вот подмогу. За кого они нас вообще принимают, я понять не могу. Ребята, это вообще, конечно, нечто какое-то. Но машина пустая, мне кажется, они зашли с торца в зал суда. То есть сейчас в здание, да. То есть сейчас, если ребята начнут что-то там выкрикивать, какие-то лозунги, плакаты, мне кажется, они внезапно выбегут с главного входа и начнут всех хватать под подряд. Вот представляете, до чего докатились? Это же, я не знаю, как это называется, подскажите мне, пожалуйста. У меня кроме матов, честно говоря, слов уже больше нету на них. Вот так вот и живем. Если вы заметили, все-таки народ прибавляется. Есть даже уже новые лица, что, собственно говоря, радует. Все равно наше гражданское общество просыпается. По себе знаем, все время бояться нельзя. Поэтому не бойтесь. Если вы с чем-то не согласны, выходите, говорите свое слово. Ладно, завершаю. Посмотрим, что дальше будет. Самим интересно, честно говоря.